Сейчас вот так выглядит дом по адресу Павла Шарова, 10А. Здесь произошел в 15:40 по Москве, то есть примерно в 5 часов взрыв, точнее хлопок газовоздушной смеси. 3 человека пострадало, это 2 жильца квартиры и 1 газовщик, один, к сожалению, погиб. То есть было 2 газовщика, один из них, к сожалению, погиб. 3 пострадавших сейчас госпитализированы. По словам очевидцев и сотрудников МЧС, они чувствуют себя хорошо. В целом пострадала обшивка дома. Взрыв произошел в квартире 8 квадратных метров на первом этаже. Остальные квартиры находятся в порядке, окна в порядке. Пострадала обшивка дома, входная группа. Повсюду разбросаны стекла. Работает следственная группа, органы дознания работают. В общем, очевидцев очень мало, все уже разошлись. Вот. Конечно, проход закрыт, все огородили. Но в целом дом сейчас находится вот в таком состоянии.